Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, кто-то, ну, кто же еще может быть Шайни, кроме него? Никто больше. Твою... Эти топтальчики никак не угомонятся. Так, давайте тогда вот это пока что сюда сложим, пособираем, что мы тут можем собрать. Так. И пойдем, я, ребята, если честно, не знаю куда. Наверное, все-таки дальше прокачивать нашу команду. Или... Или потом опять за поисками... ну, Ларвесты или Сандила. Потому что у нас сейчас задача, это, во-первых, их словить. Потом, кого я говорил? Потом словить всех Иви. Да. Потом словить всех Иви, а потом словить... потом словить кого? Ну, Райквазу это такое, это хотя бы попытаться ее словить. А ну давайте я что-то попробую, ребята. Сейчас, секундочку. Марип, давайте Марипа и... А так можно? А так можно? Нифига себе! Тут еще несколько покемонов можно вписывать. А, так, тогда давайте. Ларвеста. Нифига себе, если бы я... Ну, в принципе, это очень так сути не меняет, но это легче встает. То есть не нужно будет вписывать по много раз вот этих покемонов, а можно всех сразу вписать, да и все. И все. И кого еще нам нужно? Синдаквилл, но Синдаквилла мы не будем над, саванной пролетать, поэтому пускай будет вот так. Я надеюсь, я правильно там все вписал? Думаю, что да. Офигеть. То есть можно, ребята, не только одного покемона вписывать, а можно вообще кучу вписывать, и оно будет работать. То есть зашли мы, сразу вписали всех покемонов, которых мы собираемся словить, и все, больше не нужно вписывать, переписывать и все такое, менять покемонов. А так сразу вписали, да и все. Так. Это Клинк, да? Клинк. О, видите, уже первый покемон, которого мы нашли. Так, давайте-ка мы сейчас сюда, сюда, давайте вот так. Так, это кто? Тоже Клинк, да? Ну, давайте-ка мы быстренько побежим его словим, если у нас получится. Это кто? Не нужен нам тоже, так что извиняюсь. Это Иви, да? Или нет? Нет, тоже Клинк. Потому что так возле леса я думал. Иви. Так, ну давайте, ребят, попробуем. Сейчас попробуем его словить. Как раз я просто, я смотрю, уже закат. Поэтому можно бы было пойти в пустыню быстренько. Там вдруг может быть Ларвеста на закате. Фиг его знает. Она ночью не спавнится. Я смотрел, она вроде ночью не спавнится. Поэтому вот ты. Вот ты. Так, ну, Даскбол разве что? Так как сейчас уже ночь. Еще раз. Ну залезь. Ну не будь глупцом. Залезай. Ладно. Тогда левелболом, если он у нас нету, у нас его. Нам нужно, ребята, болы сейчас закупить будет в том же магазине. И ультра, и левел, и даскболы. Потому что вот эта зараза вообще никак ловиться не хочет. Почему ты в даскбол не хочешь залазить? Сейчас же ночь. А бить тебя нету смысла, ты сразу умрешь. Вот ты паскуда, а. Таймер, бол, репитбол, фастбол. Давайте репитболом попробуем. Ультраболов у нас нету, что, в принципе, хреново. Потому что нужно их всегда с собой таскать. Таймербол. Сейчас мы, короче, все болы повыкидываем, ну, то есть, поиспользуем. И больше у нас и не будет. Да ну нафиг, вот такие заразы, это вообще сдурить можно. 15 уровень, ну почему вы такие паскуды? Я, если честно, не понимаю. Ну никак, его ну просто никак не хочет залазить, вообще никак. Мастербол на тебе использовать. Даскбол, ну почему? Даскболом любой покемон ловится с третьей попытки 100%. А ты? О,
Наконец-то словился. Так, давайте тогда быстренько, ребята. Домой. Вот этого тогда убираем. Хотя не этого. Вот так. И давайте быстренько в пустыню, ребята. Нет, не тут. А вот тут какие там координаты у нас? Допустим, 1900 минус 1900. Там, я не знаю, 95 минус 900. Надеюсь, не убьемся. Почти. Так. Сейчас главное точно не убиться. Сейчас, ребята, посмотрим. А хотя как посмотрим? Мы же можем летать. Так, ща. Давайте вылечим. И полетим, ребята. Я просто уже нереально хочу словить вот этих покемонов. И Сандила, и Ларвесту, но... О, кто там? Ща. Вот ты. Отлично, еще и попали. Что там выпало? Что там выпало? Вот так, отлично. Ребята, где вообще спавнится этот Сандил? Я смотрел, он спавнится в Desert M. Что это такое Desert M? Я фиг его знает. Desert Hills, ну это понятно. Desert — это пустыня. А Desert M... Я, если честно, не представляю, ребята. Desert M. Может, это... вот это... как его? Может, это... вот та красная... ну, пустыня, которая там находится возле... возле глиняного биома. То есть Desert... как она там? Мисс называется ли? Ну, фиг его знает. Сейчас и туда сгоняем быстренько. Потому что как-никак, а этих двух покемонов нам нужно 100% словить, потому что без них, ну, без них не получится. Ну, да ладно, пофиг. Так, сейчас тогда, ребята, еще туда быстренько сгоняем. Вот так. А то у нас есть вот этот сундук, какой сундук? Рюкзак, а мы его даже не используем. А ты где? В земле? Нет, не в земле, а вот ты где? Ща, ребята, это еще попасть нужно. Во, отлично, отлично. Ну что, идем тогда в ту опять глиняный биом, возле него точнее. Хотя нет, я же смотрел, там же писала в пустыне, то есть там даже картинка была, как он в пустыне стоит. Ну, то есть, посмотрел вот этот спаун, где он спавнится. Но чё-то я тут вообще его никак не вижу. Поэтому, ребята, если честно, фиг его знает, где он может спавниться. Вроде не такой уж редкий покемон. Если бы он спавнился в пустыне, то мы бы его уже 100 раз нашли. Но, как вы видите... Ларвеста, да, Ларвеста там днем или на закате спавнится, или еще где-то, это понятно. Но вот такие, как Сандил, это фиг его знает, почему они не спавнятся, если честно. То есть я не скажу, что редкие покемоны. Что редкий покемон, да? Поэтому я даже не в курсе. Ща еще тут пролетимся. Но это уже Desert Hills тут. Ну, давайте тогда быстренько туда потопаем. Какой там? 10... ща. Быстро, то есть 10 тысяч, там 96 тысяч. Нет, не 90, 95, давайте, 6 тысяч. Ух, чуть-чуть не туда. 10 тысяч, а не 1000. Так. Ребята, давайте-ка мы... Я только пролечусь, чтобы убедиться, что он там не спавнится. Это куда нам нужно? Вот приблизительно туда, да? Там уже это забирали вроде.
Потому что вот эта хрень, я уже если запарился вот этих двух покемонов ловить, сколько мы уже серий за ними охотимся. И, как вы видите, что-то ни хрена. Хотя я говорю, они не редкие покемоны, чтобы за ними так долго охотиться, но... Меза зовут. Но тут же не дезерт, ну как бы пустыня, да, но... Не такая, а дезерт. Меза. Ну, фиг его знает. Не, походу тут он еще больше не спавнится. Ну, я говорю, я видел, что он там спавнится, но... Там он 100% чуть не хочет спавниться, вообще никак. Ни он, ни кто-то другой. Поэтому в этом-то и суть, ребята, что я не могу понять, кто. Я там видел, босс был, ну да ладно. Просто я уже знаю, где они спавнятся, то есть мне уже и кучу раз говорили, и еще раз говорили, я опять спрашивал, потому что никак не мог понять, да где же они спавнятся. Но сейчас я уже более-менее понимаю, где они спавнятся, но и так, знаете, что-то они не хотят спавниться, что ли. Так, ща. Там у нас пустыня. Быстро, 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 быстро вот сюда. Ларвеста у нас написано, как раща рассвет, по сути дела, может. Если в этой серии, ребята, не найдем ни Ларвеста, ни Сандила, то я уже заколебался, если честно. Не найдем, так не найдем. Пойдем в другой какой-то биом. Потому что тут нету. Сколько бы мы ни искали, нету. Ларвеста спавнится днем, на рассвете, на закате, в Desert Hills. Мы уже тут столько времени провели, что мы уже игру Дона нашли, но Ларвесту мы не нашли. Также с Сандилом. Он спавнится в пустыне ночью. Но чё-то мы уже столько тут ночей в этой пустыне пробыли, и что в предыдущих версиях уже не знаю, сколько бы их заспавнилось. А тут мы уже столько были, что... Вообще ни один не заспавнился. И тоже, если честно, не очень... Не очень разумно вот так как-то, чтобы они толком да и не спавнились. И не знаю почему. Да и не хотят они вообще как-то спавниться. Или такой просто в них спаун. Ну, смахивает на легенду, да? Или там на шайни, например. Вроде много, но не каждый раз спавнится. Ну фиг его знает, ребята. Если честно, даже не знаю. Давайте тогда, наверное, тут как раз лес и есть. Давайте, может, в лес? Так, давайте тогда еще и вип. Ну, понятно. Стасанил. Тогда давайте еще кого там? Синдаквил. Вот так. Вдруг, а покеболов мы не купили? Ну, ладно. Пролетимся, ребята. Вдруг, хотя бы Синдаквил нас порадует. У нас же его нету. Ух, нифига себе. Это кто? Только не говорите, что два Диглета. Пожалуйста. Диглет. О, ну один Диглет, ладно. Во. Попали. И еще раз. Отлично. Ща, пролетимся еще сюда, ребята. Посмотрим. Вдруг и алтарь может где-то будет, чтобы не тратить 2 стака алмазов. Но это вряд ли. Ну, попробовать можно, да? Так, ну, на карте я пока что никого не вижу, кто нам нужен. Ну, то есть тут только Синдаквил может быть, поэтому и не вижу. Ща, ребята, тут мы еще пролетимся и пойдем мы, наверное, обратно. В эти, как его там. У, это кто? Синдакви. Desert Hills. Гроудон быстрее заспавнился, чем мы нашли Ларвесту. Класс. Ну, Гроудоша нам не нужен, поэтому... Да ты попадешь сегодня. Нет. Какой ты там.
Great Ball. Ребят, быстрее Гроудон заспавнился, чем мы нашли Ларвесту. Во спаун Ларвесты. Чем... ну это просто смешно, если честно. Гроудон быстрее заспавнился, чем Ларвеста. Ну это прям... я не знаю. Ладно, у нас нету алмазов. Точнее, у нас нету других болов, поэтому залазить с мастер бол так уж и будет. Потом еще есть и куп, и, или купим, или еще что-то сделаем. Гроудон заспавнился. Да. Гроудон заспавнился, а Ларвеста нет. Тут прям... ну прям это как-то... непонятно, если честно. Гроудоша, ты где? Не вижу. Да он, походу, уже и пропал, если честно. А, не, вот он. Мда. Можно... это кто? Да, да иди ты... да иди ты в жоп... ла-ла-ла-ла-ла, Ларвеста, Ларвеста, Ларвестушка. Иди-ка ты сюда, если ты пропадешь, я тебя заспауню и буду 30 раз убивать за то, что ты пропала. А у нас, как всегда, мастерболов нету, поэтому залазь ты в еще один мастербол. Сейчас прокакали два мастербола на двух покемонов. Но, ладно. Ладно. Синдаквил есть, Ларвеста есть, еще и Грудоша заспавился. Но Грудошу нам, в принципе, нафиг не нужно. Только хотел сказать, сейчас мы проведем обмен. Грудон на Ларвесту. 2 минуты, если нет, убиваем Грудона. Все наши требования. Но, видите, даже не успели их объявить, а уже заспавнилась там Ларвеста. Я не знаю. Он у нас есть, поэтому... да. Да. Да, то, что мы его не убьем, это 100%. Тогда убегаем. Окей, вот так. Это у нас там кто? Диггит. Кто же еще? Так, ну вот отлично. Синдаквила словили, Ларвесту словили. Сейчас нам остался кто? Сандил. Которого мы, в принципе, не очень так встречаем часто. Вот, отлично. Так, ну, замечательно. 2 покемонов мы словили, таких нормальных. Но сейчас я так планирую, зачем идти охотиться на Иви и на Сандила, если у нас нету покеболов. Поэтому, ребята, идем мы домой, быстренько закупим себе покеболы. Закупим или сделаем. Я, если честно, не знаю. Закупить или сделать. Точнее, если делать, то мы прям сразу же можем стак себе сделать. Но... то, чтобы стак сделать, это много времени займет. Поэтому я не знаю, ребята. Так, сейчас давайте посмотрим, что мы тут сможем продать с этого всего. Так, тут больше... шапок у нас... блин, вот эти шапки есть, но... вот это, но это такое, то есть... их даже в продажу я еще не поставил. Так, ща. Что тут еще можно? Вот так, отлично. Камни эволюции, вот. Еще. Что тут еще мы можем? Бум-бум-бум, флеймчерч, даскбол, лакетч, ну... лакетч мы можем продать. Так. 53 алмазика. 53 алмазика. Это сейчас мы, ребята, посмотрим. Давайте 2 мастербола. Где-то вот так. 3. И вот так. Пускай будет так. Сейчас нам, ребята, кучу нужно убивать вообще покемонов-боссов. И делать ультраболы сейчас делать, а не покупать. Потому что нам нужно 2 алтаря будет купить. Один у нас есть, Артикуна, да? А вот Забдуса и Волтреса, если мы не найдем, тогда нужно будет покупать. А чтобы купить 2 алтаря, нам нужно 400 калмазов. Что, в принципе, не очень мало. И плюс к тому нам еще нужно Раркини будет делать. Что тоже не очень
ну, мало получается, да? Точнее, еще яблоко, ну, яблоки нужно будет покупать. И все такое. Поэтому я, ребята, не знаю. Сейчас, наверное, следующей там партии ультраболов мы делать будем. И убивать покемонов. А тут мы еще же не продали вот это точно. Репитбол. Так, ладно, давайте еще. О, это кто там? Magikarp. Нужно убивать, ребята. Давайте накопим 400 калмазов. Если у нас будет 400 калмазов, тогда уже можно будет тратить. То есть тогда уже пофиг. Потому что мы будем знать, что нам хватит на... Что нам хватит на два алтаря. Где ты, где ты, где ты, где ты? Эй, вот так. Ну, нормально. Так. Уху. Ну тогда сначала давайте вот это все поскладываем. Это сюда, пускай будет. Еще вот это можно. Сюда вот это, вот это. Вот это, вот это. Вот это. Так. Так, сюда. Сюда вот это, сюда вот это. Отлично, сюда вот так. Нужно еще фосила, ребята, сделать будет. Так, сейчас. Сейчас. Тут просто лес где-то рядом есть. Вот он. И полетим мы, ребята, туда в поисках Иви. Нам, если я правильно подсчитал, нам нужно 5 Иви. 5 Иви. У нас есть Желтион и у нас есть Эспион. Нам нужно еще Глосион, Флорион, Вапорион, Амбрион, еще там кто-то один. Забыл, если честно. Флорион, вот вроде. Так, это у нас там кто? Только не Диглет. О, давай. Если вот так средний дроп, который выпадает со всех покемонов, со всех боссов, это приблизительно там 5-6 алмазов. Что, в принципе, с одного босса, можно сказать, нормально. И на боссах же мы и качаемся, поэтому... Поэтому тоже нормально. Ну вот, это, можно сказать, 4 алмаза. Поэтому нормально, да. Полетели дальше. Иви, Иви, Иви. А, мы вообще в ту сторону... Нет, мы не в ту сторону летим, а вот сюда. Полетели. Все, Ларвесту нам не нужно, у нас есть еще один. У нас есть еще один огненный покемон. Смотрите, мы словили Клинка, мы словили Синдаквила, мы словили Ларвесту. Двух огненных покемонов, что на две команды нам хватит, и это отлично. А Иви ночью не спавнится, да, сейчас как раз ночь. Поэтому я не знаю, ребята. А чё ты так глючишь-то в этом лесу? Почему там в том лесу так глючит, что это просто сдуреть можно? Как только я туда залетаю или забегаю, или что, еще что-то, там очень глючит. И прям, я не знаю почему. Ладно. Так, тогда давайте в другой лес какой-то потопаем. Где он может быть? Где он может быть? Ну вот, если мы тут находимся, то нам куда-то вот туда нужно. Я так думаю, да? Да. Давайте туда полетим. Это наша... Ну да. Кого же еще? Темка, которую мы выбросили. Ну что? Так, ща. Пока что еще не летим. Тебя тоже можно убить. Отлично. И еще раз. 6 алмазов. То есть двух боссов мы выбили 10 алмазов. Что, в принципе, и офигенно. Так. На карте я не вижу Сандила. Так, я правильно лечу? Более-менее, да. Полетели. Чем, ребята, А зачем я в лес лечу? А, точно. Нам же Иви нужно. Сейчас как раз ночь. Поэтому я не знаю. Наверное, идем домой поспим сначала.
А потом, кого у нас еще нету, кто спавнится в пустыне? Это мы уже облутали, ребята. У Сандила нет, это понятно. Больше вроде мы вроде всех уже словили, если честно. Ларвесту вот как раз сейчас словили, и больше, если честно, я даже не знаю. Не, больше вроде никого. В лесу, если честно, я тоже больше никого не вижу. Катерпи у нас банальные есть, что в принципе мы не ловили, потому что мы других ловили, да? Катерпи есть. Ну, Иви, говорю, кроме Иви я больше никого не вижу. Не, больше, даже если так не падает, то как раз и залагал так, как раз в том месте. Абра у нас есть, я когда смотрю там кадабра. Да, в принципе, все мне так кажется. Да, у нас только, можно сказать, 50% заполненных покемонов. Вроде тогда же писала вот в этом. Как его? Ну, ачивка или что это там было. Писала, что у нас 50 заполненных процентов Покедекса, но больше я не знаю. Тогда, ребята, давайте идем домой. Быстренько. Быстренько поспим. Вот так. Я сказал домой, а не куда-то в пространство. Пожалуйста. Не залагивай. Не умирай, не делай ничего. На всякий случай, ребята. Вот в таких случаях это сдуреть можно. Что это такое? И чё это такое? Что нам сейчас перезаходить, потому что он тпхаться не хочет? Ребят, я не знаю, не в курсе вообще, что это такое. Ладно, наверное, тогда давайте тут серию закончим. В каком-то пространстве, в портале, да, не знаю куда. Извиняюсь, ребят, сон и что-то. Давайте тут уже закончим, я не знаю, не переходить же сейчас прям. Фиг его знает, почему это вот так залагало. Ну да ладно, ребят, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, это вторая серия за день, то есть первая вышла в 10 часов по Москве, но как был, не знаю, договор, но как по расписанию, да, то есть 10 часов, 120 лайков, и потом выходит новая серия. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, всем пока.